Всем привет, я посмотрел 33 самолета одномоторных, легких в игре Microsoft Flight Simulator. И сейчас будут обзоры на каждый из этих самолетов, коротенькие, минут по 5-10. И обзоры на остальные самолеты, ссылочки в описании. L19, значит, три модификации. Но бушплейн нам не надо, это не надо, берем обычную. Ливреи, нам что-нибудь попроще, какую-нибудь беленькую, обычную. Cat Killers. Ну, интересно. Ладно, берем вот эту вот. Погнали смотреть. И давайте страничку тоже разработчика покажу. И посмотрим заодно, какие у него характеристики. Так, по звукам зашибись. Колесики такие маленькие. Так, это одноместность. Нет, сзади сидит пассажир. Вот характеристики: range, круизная скорость. Один пассажир, хотя... А, ну да, я и один пассажир. Ух ты, какой салон. Так, давайте снаружи посмотрим. Так, закрылки выходят со звуком. Отлично. Ух ты, какие положения. Сколько тут положений? Короче, этот самолет использовался для разведывания позиций противников, для патрулирования, для наведения артиллерии. Вот, это переделанная вроде какая-то гражданская Cessna. Так. Где здесь закрылки? Я не могу понять. Рычаг какой-то, наверное, где-то. Не вижу. Так, это код ответчика. Прикольно. Сверху. Это привод. Тоже зашибись. Очень интересное решение. Топливный бак. Дверки открываются. А, тут вообще стекол типа нету? Не понял. А нет, а мне закрыть надо окно просто. О! Так, значит, здесь окно еще открывается. Педали ходят, это я не знаю что. Здесь смотрим, есть. Ух ты, здесь даже тросы анимированы. Угу. Классно, классно. Так, здесь окно еще внутрь открывается. Но я не думаю, что внутрь очень удобно открывать. Ну, немножко получается, можно получить. Так, а с этой стороны у нас что? Частоты, опять же. Main tank capacity. А это какие-то частоты для военных. Ну, это можно, радио может послушать, можно. Так, возвращаемся сюда, смотрим, что у нас здесь за переключения есть. Кнопочки эти не работают. Ну, смотрим, как реализованы. Ага, бачу. Вон они включаются с одной стороны. Ну, по звукам, по текстурам все классно. Это походу зеркало, но оно не работает почему-то. И так, какие у нас тут главные приборы? Вот это авиагоризонт, я так думаю. Это курс, скорость, высота. Это бэнк, наверное. Время. Это я не знаю, что. Альтернатор. Boost pump. Не надо. Давайте landing light включим, beacon включим. Стробы. Так, ну осталось не ушатать этот самолет. Проверяем сразу чек-лист. Чек-листа нету. Смотрим мануал.
Station. Есть Black Box Simulation Cessna. Огромный. Огромный мануал. С чек-листом совсем. Но в игре нет чек-листа, поэтому, к сожалению, это минус. Поэтому за мануал ставим 0. То есть за мануал ставим 3, за чек-лист ставим 0. Так, дальше. Внешне 10. Звук снаружи. Ну, мне все нравится. Низкие. Не знаю, мне кажется, тиховато. Поставим 9. Внутри все я ставлю 10. Мне все внутри нравится. Интересное расположение приборов. Внутри звуки тоже 10. Это посмотрим. Нажатие кнопок ставим 9. Уникальность поставлю пока 8. Двери вроде все открываются. Вид из кабины. Ну, это как у обычной Cessna, минус балл. Ух ты, они тут свои видов сделали, наделали своих видов. Немножко по-другому тут работает система видов. Ну, я ставлю, как у Cessna, 152, минус 1, значит 8. И осталось полетать. Ну, уникальность все-таки из-за того, что приборы вот так вот расположены. Возможно, я бы поставил 9. Давайте поставим 9. Ну все, теперь самое страшное и интересное. Ууу, какие звуки. Она уже готова лететь. Все, взлетели. Так, ну я как-то предвзято всегда отношусь к самолетам с таким расположением шасси. Но этот вроде летит приятно. Надо чуть расслабиться, сесть поудобнее. Так. Ну, летим. Высота уже больше 1000. Так, все отключаем, смотрим, как он. Так, но звук я должен поставить в кабине 11. Мне прям очень нравится. Так, ну вот я тяну максимально на себя. Он пищит и сам снижается. Но не падает пока. Даже пытается набирать. Я чувствую, он уже готов падать. Так, иногда пищит, но скорость 200 футов потерял. О, скорость начала падать резко.
до 60. Ну ладно, все, давайте не будем его уже мучать. Полетим на полосу 36 правую садиться. 1000 футов наберем. Ну что-то странно у него в управлении. Зато вот такой вот вид по умолчанию. Это шикардос. Сильно набирать не надо, набирает он хорошо. Теперь давай хорошо снижайся. Допустим, закрылки одни. Вот этот звук. Где-то на 20%. Классно. Я даже второй наушник одену. Угу. Супер. Надо проверить, слышно ли его. Сейчас мы летим 100 миль в час. Не знаю. Ну да, летим. Вот же слева у меня программка пишет, сколько у нас ground speed. И сейчас 84-85 ground speed. Единственное, так и не нашел, где переключаются закрылки. Вид я еще один балл уберу, потому что не очень вот эти вот две палки смотрятся под углом, которые слишком непривычно и на них внимание много обращается. Так, еще закрылки выпустим. Ладно, мы сели. Нет. Все. Фух. Так. Ну, мне не зашло. Вроде звуки хорошие, все хорошее, а управляется странно, летит как-то странно. Что-то не то с ним. Здесь я тоже поставлю 8. Странновато, короче. И так он 90 очков набрал в итоге, что довольно много. Поэтому переходим к следующему самолету.